Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Государственную Думу проект закона о внесении изменений в федеральный закон о связи, который предусматривает усиление контроля за распространением сим-карт в России. В частности, сенатор предлагает запретить распространение мобильных телефонных номеров теми, кто не получил таких полномочий от сотового оператора. Об этом сообщает информагентство РИА Новости. Рассмотреть инициативу Боковой Госдума сможет уже в весеннюю сессию. Осенняя сессия 2018 года закрылась 21 декабря. Летом 2017 года президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону о связи, которые предусматривают, что операторы связи с июня 2018 года не могут представлять мобильные услуги тем абонентам, достоверные сведения о которых отсутствуют. По итогам 2017 года Роскомнадзор совместно с полицией изъял в России свыше 106 тысяч нелегальных сим-карт. В мае этого года стало известно, что в городах страны могут появиться специальные торговые автоматы по продаже сим-карт, которые будут идентифицировать абонентов по паспорту.